Огромный респект анониму, некому анониму, который заказал альбом «Зараза, смешанные чувства». Спасибо тебе большое, бро. Я думаю, очень много фанатов тебе выразит респект. Респект анониму, конечно, выказывает такое, да, но тем не менее. Вот. Хотел послушать этот альбом, потому что прошлый альбом от «Заразы» был очень сильный. Очень сильный. И прям мы призывали его слушать максимально, да. Но этот альбом не выиграл в голосовалке, потому что с этого года у нас все через голосовалки идет, зрительские, да, и там более хайповые вещи, как бы, этот альбом утопили. И, к сожалению, для меня, для фанатов, да, как бы Acid House, для фанатов «Заразы» в данном случае. Поэтому я, в принципе, жду качества. Я жду качества, и я типа. У меня есть что сказать по этому поводу. Человек, скорее всего, нарисовал сам эту обложку, да? То есть Саша сам нарисовал, скорее всего, вот эту обложку. Он сам пишет музыку, он сам рисует обложки, он сам сводит текста, пишет, естественно, сам, да? То есть это полноценный человек, который может все в музыке, может все. Иногда некоторые люди себя перегружают работой. То есть они типа берут очень много, да, и пытаются быть вот... многостаночниками, которые могут все, да, иногда это сказывается на работе, типа, отрицательно, да, потому что нужна все-таки команда, потому что можно выгореть очень сильно. Сейчас посмотрим, типа, произошло ли какое-то выгорание, или наоборот, произошел дальнейший рост, и все на самом деле круто. Вот, поэтому, ну, тем не менее, да, по крайней мере, по возможностям, я вот точно не знаю, действительно ли этот альбом рисовал тоже он, ну, в смысле, эту облогу, да, тоже ли рисовал он, я не знаю. Но, как бы, типа, я знаю то, что он обычно делает свои обложки, и он еще и дизайнер, и все-все-все, да, смешанные чувства, и вот они тут, лицо такое, типа, да, кусочки, да, лица со смешанными чувствами. Вот, что именно здесь за концепт, я не знаю, но я верю, что есть концепт, да. Здесь есть у нас интрушка, здесь у нас такие небольшие интерлюдии есть, и мы будем прям вот подряд слушать, да, все это как бы, и пойдем. Тут пишет, что 27 треков, но на самом деле это не так, то есть делите смело пополам, потому что половина из них это 9-секундные интро. Вот, 9-10-секундные интро. То есть «Зараза», в принципе, он не страдает какими-то моментами с тем, чтобы пихать очень много работ, да, типа там вот сделать, чтобы выпустить. Нет. Он типа старается наоборот все это обернуть в концепт, он старается все это показать наиболее красивой, единой, целостной картинкой и вот выпустить ровно то, что вот надо, чтобы не перегружать зрителя большим количеством продукта, а вот раскрыть, вот дать лучшее, так сказать, да, дать лучшее. Вот так вот, Флом, после «Заразы» определится альбом или синглы. Да. Вот после релиза сейчас послушаем, и потом будем слушать какой-то либо альбом, если там, как оно будет по самочувствию, либо синглы послушаем, да, которые вот опять же из голосовалки, опять же топ-3 синглов, опять же топ-3, какой первый из победивших альбомов из голосования, да. Если кто-то до сих пор не знает, где что это происходит, происходит это все, нет, не все, по синглам это происходит здесь. Отслеживать трансляции можно здесь, типа, все происходит здесь, да. Вот, здесь у нас идет голосование за альбомы в телеграм-чате. Короче, здесь у нас плейлисты, куда вы можете попасть, сходить, там, послушать. Мы собираем весь год. Я очень надеюсь, что у «Заразы» мы найдем какие-то хорошие треки, которые будут добавлены в зависимости от жанра, от музыкального жанра, в котором они исполнены. Они будут добавлены либо в мейнстрим, либо в альтернативу. Фрешменом «Зараза» не является. Это уже человек, который давно себя показал и зарекомендовал как человек, делающий качество. Вот так вот. Первый альбом в голосовалке «Васио». Да, в голосовалке первый альбом «Васио». Потому что «Фараона», «Соды» мы разобрали, «Васио», да. Потом «Мазелов» и «Джарахов» и «Сквозь баб», по-моему. После этого, если будет время, там уже будем дальше смотреть по голосовалке. Вот так вот. Так. Что я ожидаю от этого альбома? Так, описание какие есть. Что артист сказал о релизе? Я вложил часть себя в каждый бит и в каждый текст. Горжусь этим альбомом. Ну да, то есть я как бы не сомневаюсь, да, «Психонавтику» мы слушали до этого, это, в принципе, тоже была очень сильная работа, которая меня впечатлила. И я еще раз скажу, да, блин, респект челу, который заказал этот альбом, ну, типа, понятно, что, типа, и он и денег стоит, да, как бы, и респект и в этом плане, да, спасибо за поддержку проекта, дружище, ну и за сам факт того, что ты заказал альбом, типа, который должен быть крутым, я в это, по крайней мере, верю. Не знаю, что там по факту получилось, да, но я верю в то, что он может быть крутым. Точнее, должен быть крутым. То, что он может быть крутым, это я точно могу сказать, что он может быть крутым как минимум. Все. Погнали, братва. Погнали. Жду я что? Жду я эксперименты по музыке. Возможно, какие-то электронщины моменты, да, там что-то может быть с...
с EDM-кой какой-то, с каким-то хаосом переосмысленным, да, может быть какой-то хэппи-хардкор, трэпчик нет, вряд ли очень. R&B-шечка, может быть, он типа и спеть может, ну, может быть, рэпчина, речитатив. Глубокий текст я жду, потому что ему всегда есть что сказать, мало того, что он делает музыку, да, красивую, необычную, он типа еще и есть ему что сказать. Сведено это должно быть нормально. Короче, бля, это крутой продукт должен быть. И то, что он не настолько популярен, как альбомы, которые у нас выигрывают в голосовании, да, типа, это, ну, это ничего не говорит о его качестве, абсолютно ничего. Салют, как слышно? Сейчас прозвучит один из самых важных треков для меня за последнее время. Он сделан целиком из моей жизни, я вложил в него много личного, говорит музыкант. Вот, блин, ну, у нас сначала, конечно, будет вступление, да, потом будет интро. То есть это вступление от Делюкса, да, мы слушаем Делюкс здесь, потому что, да, у него есть с этими, со всеми, с интрушечками, да, мы послушаем Делюкс альбом. Так, я вот посмотрю, Делюкса, по-моему, здесь нет, да? Да, Делюкса здесь нет, поэтому интро мы будем слушать без текста. Тут альбом с красной такой обложкой, да, такой же, только с красной, поэтому слушаем мы Делюкс. Очень... Не люблю я говорить какие-то негативные вещи, блин, да, субъективные негативные вещи на какие-то серьезные откровения и мысли артиста, да, там, но я всегда исхожу из того, что мы оцениваем музыку, да, музыку. В любом случае, финальное слово скажет слушатель самого артиста. Мы как бы слушатели всей музыки, да, вот в чате, вот ребята, кто там, если будет писать негативное, или там я, допустим, мы слушаем вообще все, да, все. Вот, самое главное в любом случае то, что скажут ребята, короче, слушатели, поэтому если мы вдруг на какие-то личные вещи артиста будем говорить что-то не очень лицеприятное с точки зрения треков, типа, ну да, сказал хорошо, но трек дерьмо, это ни в коем случае не потому, что мы там говорим чего-то там негативно самому человеку как личности и как артисту, ни в коем случае, это просто нам не понравился трек, на всякий случай говорю для тех, кто вдруг этого не знает, может быть есть такие. Вступление сначала идет, 14 секунд, слушаем. Это зараза. Вы слушаете делюкс-версию альбома «Смешанные чувства», дополненную комментариями специально для Яндекс.Музыки. Я вложил часть себя в каждый бит и в каждый текст, и горжусь этим альбомом. Приятного прослушивания. Damn. Сейчас прозвучит... На стиле, конечно, сказано, да, но как-то вот... Какое-то такое... Я вложил часть себя личного, ну, типа, понтово, да, короче, понтово. Звучит один из самых важных треков для меня за последнее время. Он сделан целиком из моей жизни, и я вложил в него много личного. Он называется «Салют, как слышно». Погнали. Это зараза всем моим людям, во все города и окраины. Всем дворам, всем районам. Ты слышишь? Пускай это по проводам. Делай это громче, делай громче, делай громче, эй, громче, эй, громче, эй, громче, эй, громче, эй, громче, эй, громче. Я написал новый битос, он качнет на движках. Я написал новый припев, он вопрет как шишка. Я на битах 13 лет, ну чем не срок, братишка? Я написал себе всю жизнь, это просто вышка. Пускай берет свое отдышка, отлетает крышка. Я продолжаю, это мама, сори, так уж вышло. Я двигаюсь вперед, на сцену вновь зовет афиша. Поднимите руки выше, салют, как слышно. Я проведу вас за кулисы, эти репризы. Я достаю с самого низа, в тумане сизом. На микрофоне точим скилзы, рифмы от грилзов отлетают словно гильзы. Им было суждено родиться на пустых страницах, где много риска и карниз может отвалиться. Ты все одни и те же лица, роскошь только снится. Но стиль как феникс, что из пепла должен возродиться. Эти куплеты всегда за мной как амулеты. Биты заряжены калибром, точно пистолеты. Звенят синты и сэмплы как пулеметные ленты. Стреляют бенгеры, словно ракеты. Я прошел путь от пацана с огромным страхом сцены до человека, что по городам дает концерты. Хейтер в комментах, засунь дупло свои советы. Я во всем этом до безоговорочной победы. Я написал новый питос, он качнет на движках. Я написал новый припев, он вопрет как шишка. Я на битах 13 лет, ну чем не срок, братишка? Я написал себе всю жизнь, это просто вышка. Пускай берет свое отдышка, отлетает крышка. Ну, блин, я продолжаю, да, конечно, это пока нет, sorry, да? Вышло, я вперед, ну, интруха, сцену, короче, да, интруха, окей. Поднимите руки выше, салют, как слышно.
Музончик сводим, что с ума вас сводит. Когда придумал новый панч, спирает как наркотик. И не поможет никакой декодинг. Ведь смысл нужен только тем, до кого он доходит. И мне уж точно не астролог не сулил гастроли, а тех, что будто заклинания вновь на повторе. Диджей со звуком за пультами, микрофон настроен. Гримерки с пацанами ждем, пока народ заходит. Помню, как мне внушали, что оно того не стоит. Как мама говорила, чтоб работать шел в Макдональдс. Как сразу же въебал на студию свой первый стольник. Меня бы не было здесь, если б я пошел на стройку. Мне было плохо времена. Да, но не настолько, чтоб в себя веру растерять и просто лечь на койку. Я вновь на студии настроившись, стою за стойку, чтоб зачитать вам эти строки постольку, поскольку я написал новый битос, он качнет на движках. Я написал новый припев, он вопрет как шишка. Я на битах 13 лет, ну чем не срок, братишка. Я написал себе всю жизнь, и это просто вышка. Пускай берет свое одышка, отлетает крышка. Я продолжаю, это мама, сори, так уж вышло. Я двигаюсь вперед на сцену вновь. Зовет афиша, поднимите руки выше, салют, как слышно. Ну, короче, да, полноценно. Спасибо всем моим большая. Людям. Янев, ножу и сеги 2.40, волшебнику Белгородскому, Малорику и Ромену, Футбор, Тевискилу, Степану с Монолитом, Пастернаку и Горяши, Рипу и Катету, Луперу и Шарону, Сеги и Васяну, Айрату, Семену, всему Эстхаузу, Ире и Лёхе, Натахе и Карине, Стасу Орлову и Колклауду, всем тем, кто помог начать это и продолжить, особенно моей маме. Ей. Да, то есть здесь мы услышали полноценно интро, салют как слышно, в принципе, да, мы понимаем. Что касается личных переживаний, да, здесь есть, в принципе, история о том пути, как он не сломился, да, как он шел вне зависимости от обстоятельств, в принципе, достаточно прямо он подает. То есть здесь есть переживания, да, но они не завуалированы, они не поданы через какие-то там образы абстракции, они непосредственно прямо в лоб нам поданы, там то, что там вот вместо того, что там в Макдональдс, на стройку там и так далее, типа все говорили, да, он там, да, смысл, до кого он доходит, наркотик там, вот эта вся история. Иногда есть неплохие ассонансы, да, там сводит наркотик, доходит там, декодинг как бы неплохо более или менее. Вот, но типа в целом, да, особенно что касается вот припева, просто, пока очень просто, по рифмам, ну, в смысле, если даже сравнивать, мы просто будем сравнивать, я понимаю, что артисты не очень любят, когда сопоставляют там их предыдущее творчество или с кем-то сравнивают, еще чего-то, но мы без этого не можем, да, то есть даже вот то, что делал артист до этого, все равно хочется иметь какое-то... фундамент, с которым мы отталкиваемся и за счет чего мы делаем свои выводы, да. Поэтому пока, да, пока, ну, так простовато довольно-таки по тексту. Имеется в виду по рифмам. По сути, да, по сути он, в принципе, сказал, что это вот для него, да, для него это жизнь, для него это путь. И вне зависимости от того, кто что думает, так или иначе, да, вот там биты заряжены там калибром, да, точно пистолет звенят, синты, сэмплы, пулеметные ленты, да, бенгеры, словно ракеты, да. Да, я вот, ну, как бы вот она, квинтэссенция, да. Я прошел путь от пацана с огромным страхом сцены до человека, что по городам дает концерты. Хейтер в комментах, засунь в дупло свои советы, и я во всем этом до безоговорочной победы. Да, то есть человек идет, короче, сам, человек идет вне зависимости ни от чего. Ну, круто, круто, круто и правильно. Вновь на студии, настроившись, стою за стойку. Такая утверждающая песня, да, утверждающая, активная, репрезентова интрушечка. Хорошо, да, то есть без нытья какого-то, а именно вот типа я ебашу, да, и собираюсь это делать дальше. Хорошо, хорошо, давайте попробуем. Что касается бита, бит интересный, да, но типа я ожидал чуть-чуть другой истории, да, на самом деле, особенно в рамках прошлого релиза. Тут нам прям рыбчины навалили, да, такой рыбчины. Бит довольно красивый. Помело, сейчас. Было суждено родиться на пустых страницах, где много риска и карниз может отвалиться. Где все одни и те же лица, роскошь только снится, но стиль как феникс, что из пепла должен возродиться. Эти куплеты всегда со мной как амулеты, биты заряжены калибром, точно пистолеты. Звенят синты и сэмплы как пулеметные. Да, я вот пытаюсь синт как раз расслышать, да. Пытаюсь, чтобы, ну, потому что надо слушать либо текст, либо там отдельно синты, либо еще чего-то. То есть с первого прослушивания и то и другое полноценно. Ну, драмка достаточно простая, мелодия интересная.
стреляют бенгеры, словно ракеты. Я прошел путь от пацана с огромным страхом сцены. Ты человек. Ну что, по синтам, как бы у него должно быть все хорошо, да, вот эта вся электронная музыка. Может быть, какой-то даже будет эмбиент, да, там все вот эти истории. Что по городам дает концерты, хейтер в комментах, засунь дупло свои советы. Вот, ну, погнали, да, погнали дальше. Фото, трючок называется. Интрушка сначала. Следующий трек называется «Фото». Я горжусь тем, что эксперименты с музыкой иногда оборачиваются результатами, такими, как этот трек. Ну, отличный эксперимент. Фьючеринг Исаева, Ксения Исаева, 2002 год. Здравствуй, солнце, как же хочется кричать. Расставаться очень сложно. Красивый, чистый вокал. Я больше вокал. Не могу молчать. Я снова не увижу тебя так долго. Так невыносимо тебе меня не понять. И у меня есть лишь твое потрепанное фото. Глядя на него, я так хочу тебя обнять. Но я не верю, что не правда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Обратно я не верю, не правда мне все это. Не надо. Более коммерческое звучание, да, у «Заразы» на этот раз? Километры молчания, я тебе снова обнимаю на прощание. Ты уходишь, а я уже скучаю. Прости, я больше ничего не ощущаю. Да и я не ощущаю ни любви, ни заботы. И я кидаю в урну твой рваное фото. Мы просто истерпали это чувство все в прошлом. Прости меня, но я уйду, мне стало так тошно. Тембрами немного надуру, похоже, да. Снишься мне опять, ты одна из миллиарда. Без тебя ни дня не знаю, как прожить до завтра. Слышишь твои глаза, как два больших бриллианта. Чуть-чуть вот он увеличил как бы вот эту свою оттяжку, да, в голосе. И чё-то там, а-та-та-пара-та-та-та-та. Вот это такая, чуть-чуть как будто бы вот на... музончики более коммерческом, она звучит немного по-элджеевски, да, то есть у нас вот прям строго встали образы, да, немного по голосу, по звуку, как будто по тембру чуть-чуть «Зараза», вот в этом треке, в рамках этого исполнения сразу вот LJ почему-то вспомнился, а девочка как бы Дора, да, почему-то здесь немного история такая, то есть поэтому это на самом деле, ну, с одной стороны, похвальба, да, что типа яркие артисты тоже круто все делают, с другой стороны, это проблема, потому что есть ощущение, нет ощущения какой-то айдентики, да, непосредственной, очень глубокой. И по тексту, это как бы, ну, старается он что ли, то ли проще делать, чем обычно, то ли еще что-то. Но я не верю, неправда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Обратно я не верю, неправда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Обратно. Здравствуй, солнце. Видос хороший, да, очень чистый. Поставлено все нормально. Вокал же хорошо стоит. Ямка хорошая, но предприятие. Я снова не увижу тебя так. Структура хорошая, да, вот на второй четверке дроп идет по музыке, да, разгоняется, короче, хорошо, да. Глядя на него, я так хочу тебя обнять. А, вот тут такая вот еще вот так вот, да, переходит ямочка. Но я не верю, не правда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Обратно я не верю, не правда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Обратно я не верю. Мне понравилось. Мне понравилось, знаете что? Мне понравилась структура предприпева. То есть, как она идет здесь, да. В принципе, красивый вокал. Эмоции переданы, полностью погружаются. Она по музыке отлично подхватывает ее во второй четверке. Вот здесь, да, во второй четверочке хорошо ее подхватывает. И как раз нам вот дроп. Здесь, не знаю, момент, да, вот с такой ямкой, с достаточно продолжительной. Сейчас местами еще прочекаю. Невыносимо тебе меня не понять. И у меня есть лишь твое потрепанное фото. Глядя на него, я так хочу тебя обнять. Но я не верю, неправда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Обратно я не верю, неправда мне.
прощанье. Я тебе снова обнимаю на прощанье. Ты уходишь, а я уже скучаю. Да. Так. Бесплодно твой рваный фото. Мы просто истерпали это чувство все прошло. Прости меня, но я уйду, мне стало так точно. Слышь, твои глаза, да, два больших бриллианта. В куплете тоже хорошо. Прости, я больше ничего не ощущаю. Да и я не ощущаю ни любви, ни заботы. И я кидаю в урну твой рваный фото. Мы просто истерпали это чувство все прошло. Прости меня, но я уйду, мне стало так точно. Слышь, твои глаза, да, два больших. Очень хорошо играют с музыкой здесь. Очень хорошо поставлена музыка. Зараза, как я понимаю, сам делал, да, в рамках построения именно контрастов, да, тем более как бы такой какой-то, не знаю, чуть-чуть электронный поп-рок, да, типа такая история. Вот, немножечко. И здесь очень круто по четверкам все разбито. То есть Исаева, да, идет на повышение, потом бах, хороший дроп, и мы ныряем, да, туда вот в заразу. Структура очень хорошо поставлена. Здесь вопрос на самом деле, но мне кажется, в этом есть и фишечка, да, определенная по поводу именно дропа, да, после ямки. Сейчас куплет заранее. Снишься мне опять, и ты одна из миллиарда. Без тебя ни дня не знаю, как прожить до завтра. Слышишь твои глаза, как два больших бриллианта. Но я не верю, неправда мне все это. Не надо мое сердце из камня не вернуться. Фон как бы наоборот, да? Неправда мне все это. Ее поднимают они на второй четверке всегда, да? Вернуться обратно. Как же хочется кричать. Разве не понять, я снова чать. Здравствуй, судочка. Из миллиарда до завтра. Слышишь-то, не надо. Неправда мне не вернуться обратно. Здравствуй, солнце. Как... Здравствуй, солнце. Солнце. Как же хочется кричать. Моментом почему-то показалось, что оно по-разному сделано припев. Расставаться очень сложно. Я больше не могу молчать. Я снова не увижу тебя так долго. Так я выносил тебя, мне не понять. И у меня есть детство подробно фото. Сейчас, сейчас. Здравствуй, солнце. Сейчас, сорян, что я душню. Сейчас. Расставаться очень сложно. Я больше не могу молчать. Я снова не увижу тебя так долго. Я правильно понял? Ну да, действительно, вторая четверка по-другому играет. Все правильно, значит. Глядя на него, я так хочу тебя обнять. Все правильно, значит, все правильно услышал. По-другому играет два предприпева, потому что первая четверка играет у Исаева одинаково, вторая по-другому прям очень сильно заряжена. Музыка и вообще шикарно построена здесь. Да, первая четверка также играет. Как же хочется кричать. Да, вот здесь. Расставаться очень сложно. Я больше не могу молчать. И вот он, я да? Снова не увижу тебя так долго. Так я вынесу. Этого не было первый раз. Дропа. И у меня есть детство подробно фото. Глядя на него, я так хочу тебя обнять. Угу, угу, угу. Ну тогда вот это. Но я не верю. Блин, не знаю, не... Ну ладно, хорошо. Вот это очень круто. Хороший концертный трек. Хороший концертный трек, да. Вполне себе ништяк идет по эмоциям. Полностью вот лесенка выстроена четко, да, прям и для зала, и для вот работы вдвоем, да, прям по очереди четенько все. В принципе, не так сложно с точки зрения реализации, чтобы это лайвом давать, да. Хорошая песня, концертная, я не знаю, вот, ну, я думаю, были концерты уже. Ну и должны быть, или я не знаю, там сейчас много чего переносится, к сожалению, в связи с обстоятельствами, вот, поэтому непонятно, если были и вот это играло, напишите, кто вдруг был, кто знает, или в комментариях, если. Надору, да, похоже, есть ощущение, но на самом деле, да, что касается эмоций и контрастов, по музыке все поставлено шикарно, но здесь прям вот музыка вот для Исаевой прям вот
прям круто идет. И она шикарно с ней справляется. Очень хорошо, зараза, подгадал под ее вокал музыку. То есть прям сделали все прям четенько, как надо. И она прочувствовала материал. Это хорошая песня, в принципе, хорошая коммерческая песня, да. 2.49, хрон хороший для поп-рока, вполне себе. Хорошая, годная коммерческая песня. То есть, в целом, из того, что я вижу пока из двух треков, зараза, да, все-таки делает более понятную музыку, потому что очень сложные у него эксперименты. Может ли он сложнее? Да, может. Ну вот, решил он сделать альбом попонятнее, скажем так, да. Хорошо, следующий трек «Путь к самому себе». Сейчас вы услышите трек о поиске себя, о преодолении внутренних и внешних преград и про то, как легко заблудиться на пути к самому себе. Окей. Если расклад тебя не прет, то нажми стоп. Это закрытый клуб, в него им не найти вход. Пока глупцы едят отход, лишь бы набить рот. Я говорю вам, поднимайтесь, те, кто сбит с ног. Я выражаюсь новым шифром, это чит-код. Но чтоб найти тут смысл слов, не нужен приход. Хочешь добыть огонь, чтоб сердце растопить лед. Путь возникает под ногой того, кто идет. Ты вкуривай, не тормози, все на мази. Тут дури, тысячи лошадиных сил, мой магазин. Не мутит дудку скорости, тусин мой магазин. Заряжен пулей, ну чтоб выносил, послушай сын. Ты вкуривай, не тормози, все на мази. Стилёво. Тысячи лошадиных сил, мой магазин. Не мутит дудку скорости, тусин мой магазин. Заряжен пулей, ну чтоб выносил, послушай сын. В жизни так сложно быть простым, но я иду к своей мечте. Иду, покуда не остыл весь мой посыл. Заложен бочки, сэмплы и басы. Жизнь больно пиздит каждого, так что вставай, давай не сы. Мы будто семена, и нам нужно падать, чтоб расти новые времена. Сулят нам новые грехи, хочешь достать до дна. Тогда ползай в своей грязи, хочешь все поменять. Так придется, как я, идти в свой самый долгий путь. Это путь к самому себе, ни разу не свернуть. Одолеть миллионы бед, чувствуй ногами грунт. Мы все будем. Путники идут и приходят к своей судьбе туда, где лучший мир, где не будет любой войны, где все они нужны. Дети больше не голодны, где каждый жив-здоров и вкушает рая плоды туда на огонек. По туннелю из темноты, но посмотри вокруг, на семью, друзей и подруг. Кто в это верит честно? Это тупо замкнутый круг, ну а точнее бездна. Маски слетают, глаза не будут. Время как лечит, так и превращает в холодный путь. Послушай, сын. Ты вкуривай, не тормози, все на мази. Тут дури, тысячи лошадиных сил. Бит вообще лютый, да? Не мутит дудку скорости, туси мой магазин. Заряжен пулей, ну чтоб выносил. Вот этот вокал, да, второй дорогой хорошо идет. Не тормози, все на мази. Тут дури, тысячи лошадиных сил мой магазин. Не мутит дудку скорости, туси мой магазин. Заряжен пулей, ну чтоб выносил, послушай сам. Если расклад тебя не прет, то нажми стоп. Это закрытый клуб, не боем не найти вход. Пока глупцы едят отход, лишь бы набить. Хороший трек. Больше всего мне пока нравится этот трек из прослушанных трех. Я выражаюсь новым шифром, это чит-код. Но чтоб найти тут смысл слов, не нужен приход. Хочешь добыть огонь, чтоб сердце растопить лед. Путь возникает под ногой того, кто идет. Интро, аутро. Да, опять же, жизнеутверждающий текст про преодоление обстоятельств. Вокал очень хорошо здесь идет. Бит шикарный просто. Бит шикарный. Пишут там, на Кенни похож. На Кенни. Не знаю. Хорошо, давайте лучше работать в рамках нашего рынка. Да, вот мы по поводу западного рынка обозреваем вот недавно Drake и Savage, да, и там So Far Go, да, синглы разбираем как бы. Вот здесь, да, на Boosty все это происходит у нас. Интеграцию ебанулом, да, типа вот и голосование за альбом, и зарубежка вся у нас тут происходит. И вот это тоже не забудьте обязательно, да, те, кто знает, стримы отслеживать, чтобы не проебывать, потому что не все бывает у нас на самом Ютубе в записи, да. Вот, короче, в рамках нашего рынка я думаю, что зараза заслуживает отношения как к самобытному артисту, потому что он, типа, действительно делает непохожие вещи. То есть он, типа, действительно сам может являться референсом для кого-то. То есть, типа, кто-то делает как зараза, да? Даже в рамках ребят, ну, так сказать, одного круга, да, так или иначе. То есть, вот, как бы, блядь, это вот
правильно сказать, да? Как бы это правильно все сказать, и вот корректно так сказать, да? Типа даже тех, кого он назвал, возможно, да, некоторых вот своих, да, ребят. То есть сказать, что зараза кого-то байтит, это не так. Он полностью, бля, самодостаточный артист, пиздец. Поэтому я думаю, что не будем отказывать ему в айдентике, да, и скажем, что это прям вот бит по-заразовски, да, вот прям охуенно в его возможности, в его стиле. И это, в принципе, как раз ровно то, что я ожидал, да, когда говорил, что я хочу экспериментов по звучанию. Предыдущий трючок по поводу поп-рока, да, какого-то тоже был интересным, весьма, весьма интересный был трек. И типа это, да, то, что мы получили, это прям хорошо, потому что здесь харизмы... Там Исаева, во-первых, тащила, во-вторых, он был сам похож немного, как будто где-то местами по тембру на LJ, что-то как-то где-то, а здесь прям его харизма такая сильная, хорошая. Этот трючок как будто бы пока я добавлю в плейлист, в наш, да, бля, в какой... Магазин, альтернатива, я думаю, да, я думаю, что это альтернатива все-таки. Пули, ну чтоб выносил, послушайся. В жизни так сложно быть простым, но я веду к своей мечте. Иду, покуда не остыл весь мой посыл. Заложен бочки, сэмплы и басы. Жизнь больно пиздит каждого, так что вставай, давай не сы. Мы будто семена, и нам нужно падать, чтоб расти новые времена. Сулят нам новые грехи, хочешь достать до дна. Тогда ползай в своей грязи, хочешь все поменять. Так придется, как я, идти в свой самый долгий путь. Это путь к самому себе. Не... Я думаю, что это альтернатива. По-любому, да. РЗТ альтернатива. Улетел трючок в альтернативу. Хороший трек. Весьма, весьма крепкий трек. Я кайфанул. А реально вам говорю. Так, сейчас, подождите. Это у меня какая-то херня со стримдеком. Сейчас. Угу. Как-то неудобно оно стоит. О, все. Теперь круто. Да, красота. Так, мне не нравится, как капа сведена, ты пишешь, да? Разу не свернуть, одолеть миллионы бед, чувствую ногами грунт. Нет, мы все будем в этой земле, но путники идут. Очень хорошо, да, как бы капа вот, вот она стоит здесь, да, второй вокал идет здесь, капа она прям вот, вот тут она. У нее есть объем, у нее есть высота, панорама нормально стоит, как бы хорошо. Приходит в своей судьбе туда, где лучший мир, где не будет любой войны, где все они нужны, дети больше не голодны, где... С драмкой как бы не конфликтует, да, с ударом капа. Нормально, вполне. Вполне нормально. Каждый жив-здоров и вкушает рай. Хороший трек. Хороший трек, улетел в плейлист. Что касается... Ну, в принципе, он сам объясняет, да, он сам объясняет, о чем трек идет. Что касается текстовой составляющей, опять же, ну, довольно прямо он все в лоб рубит. Он довольно все прямо в лоб рассказывает. Заложишь бочки, сэмплы, басы, жизнь больно пиздит каждую, это вставай, давай не ссы, типа, да, там, семена нужно падать. Вот это красиво, да, вот это красиво сказано. Мы будто семена, нам нужно падать, чтобы расти. Хуяси. Это интересная история. Типа, давайте, не интересно, а что, типа, есть, да? Магазин заряжен пулями, там, сын не вкуривай, там, не тормози, типа, вкуривай. Да, набить рот, закрыт клуб, не найти вход. Я говорю, он поднимать, сбить с ног. Но он шрифтом нет смыслов, нужен приход, что в сердце растопить лед. Возникает под того, кто идет. Да, ну, как бы, окей, ауф, да? Так, надо ставить, ползает в своей грязи. Ну, хорошо. Да, 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 да. Ну, типа тут чего-то, чтобы прям яркого и требующего дополнительного пояснения нет. Время как лечит, так и превращает холодный труп. Ну, да. Маски слетают, глаза не врут. Да, бам-бам-бам. Круг подруг, труп, голодные плоды. Неплохо, неплохо. Но по образам, образов как бы особо... В общем, короче... Этот текст как будто проще. Этот текст как будто проще, и вот, вот специально сделан понятнее, чтобы вот прям вот нате, да, вот нате. Потому что как бы возможности мне его известны с прошлого релиза. Здесь однозначно текст проще. Следующий трек «Королева клуба». Следующая песня как стоп-кадр беззаботного момента влюбленности или как фотки со вчерашней тузы с утра с похмелья «Королева клуба». Окей. Синглом явно выходил, да, трючок? По биту, может быть, что-то интересно будет, да? Свое сердце из пластмассы, сука. Я расставил зажигалкой, чисто рэп звук. С тобой затягиваю стук. С
сука. Я твой супермен, ты моя подруга. Твое сердце из пластмассы, сука. Я расправил зажигалку чисто ради звука. Тобой затягиваю стук. Красивый образ. Этой ночью мы король, королев клуб. Я люблю тебя, ты любишь меня. И нас накрывает, но не пустыня. Пусть я по гороскопу грязная свинья. Но ты любишь меня, я люблю тебя. Сука, я болен, твоя наготове. Сунул тебе в рот всю свою ладонь. Разве это не любовь? Объясни мне, что к чему, будто я тупой. Будто бы под наркотой. У меня от сердца твоего ключик золотой. Разве это не любовь? Объясни мне, как мне жить, если не с тобой. Твое сердце из пластмассы, сука. Я расставил зажигалку чистой. Сода одобряет такое. Тобой затягиваю стук, сука. Я твой супермен, ты моя подруга. Твое сердце из пластмассы, сука. Я расставил зажигалку чистой ради звука. Тобой затягиваю стук. Ну ёбнутый дроп ты должен, да? Твое сердце из пластмассы, сука. Я расставил зажигалку чистой ради звука. Тобой затягиваю стук. Либо чего-то гличевого, прям разносного надо было, либо прям баса, да, дать звук, хорошего. Я расставил зажигалку чисто ради звука. Слабенько дроп. Тобой затягиваю стук. Разнообразия мелодий много, но кача как такового, да, именно качество такого, чтобы прям действительно погружало или разбивало. Вот эти все там лазеры, эффекты, да, такие. Мне кажется, недожата песня с точки зрения атмосферы погружения в происходящее. Опять же, да, мы с достаточно простым текстом здесь идем. И что касается погружения, да, именно вот в атмосферу, типа действительно, вот эта вся история, там мы будто под осуждающим кое-чем. У меня от сердца ключик золотой, разве это не любовь, если не с тобой, там я тупой, ладонь наготой, там тебя, меня, простыня. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, типа вот так, типа тусня, да, тусня, короче. Но для тусни мало разъеба. Для чего-то душного слишком просто, да. То есть трек остался в середине. И поэтому, мне кажется, он не дожат. Вот здесь, да, ожидался после бриджика дроп прям жесткий, да. Можно было просто музыкальный дроп какой-то сделать. Очень ровно прошла песня, как будто вот... сжато оно, что ли, воздуха не хватило биту. Вот тут чисто бит не нравится, хотя по эмоциям тоже довольно ровно. Средняя песня, прям реально средняя. Нет разъеба, да, нет какого-то контекста интересного. Ну, вот мы тусуемся, да. Вот из интересного мне вот это покайфануло. Я расплавил зажигалкой чисто ради звука свое сердце из пластмассы, сука. Вот это, да, это прикольно, типа ради звука расплавил, да. Там, ну, хороший образ. Это вот то, что я говорил, да, что он может в образы. Да, это вот действительно, это же не непосредственно действие совершено, да, это же переносный смысл, и поэтому это образ, и это очень хороший образ, да, который он использовал. Мне понравился, да, спасибо. Но это, пожалуй, все, что я могу отметить в этом треке, на самом деле. Пришел, чтобы остаться. Следующий трек. А следующий трек вмещает в себя и репрезент, и внутренний поиск, и анализ прошлых этапов моей жизни. Он называется «Пришел, чтобы остаться». Как-то мало, да, типа... Мне кажется, вот эти интрушки, они прям очень сухие. Очень сухие, и они как-то вот этим одним и тем же голосом, да, исполнены. Без погружения, во-первых, в контекст и в песню, да. Слишком... мало, сухо и одинаково, да, без эмоционального какого-то разъяснения. Вот, допустим, вот я как помню, типа, у Нойза или у кого-то, да, были объяснения, типа, норм, слушали мы. Поэтому здесь что-то с пояснениями такое, как будто бы лучше мы бы прочитали это все вот здесь, да, вот так. Честно, так себе. Ну погнали. Внутренний поиск, репрезент, анализ прошлого того жизни. Странный микс мыслей на самом деле. Я
знаю, как трудно упав подниматься. Я прошел долгий путь и похож на скитальца. Мечты бьются, как блюдца, время льется сквозь пальцы. Я ушел, чтоб вернуться, пришел, чтобы остаться. Я знаю, как трудно упав подниматься. Я прошел долгий путь и похож на скитальца. Мечты бьются, как блюдца, время льется сквозь пальцы. Я ушел, чтоб вернуться, пришел, чтобы остаться. Рифмы стреляют, как пули, на абордажном хуле. Но пока ты уснул, мы взорвав полусумрики, делаем парти для улиц. Мы в новых кроссовках, мы в новых кроссовках, но мы не переобулись. У нас полный дом, и тут каждый игрок убирает, как будто безумец. Это большая купюра, дорого стоит для вас, но я поднесу к ней окурок, пусть разгорается ясно. Это такая культура, музыку делаем грязно. Ваша как карикатура, и я сотру вас, как пластик. Сквозь ворот помеха ненасти, предателей года несчастья. Мы идем по пути, коль со мной по пути, то присоединяйся. Когда ливень размыл все дороги, во тьме снова стало опасно. Как здесь перестать сомневаться, от этой хандры нет лекарства. Суперспособность зашита в генкод, слышишь, я в рэпе с пятого класса. Я читал этот рэп, но сухую читал, и обдолбанный в мясо. Этим дерьмом я ломал весь прикол, мама злясь называла зараза. Я ушел, чтоб вернуться в хип-хоп, я пришел, чтоб в хип-хопе остаться. Я проиграл. Зачем люди падают? Чтобы научиться потом подниматься, сэр. Ты не разоверился во мне. Не сомневайся, время бьет сквозь пальцы. Я ушел, чтоб вернуться. Я знаю, как трудно упав подниматься. Я прошел долгий путь, похож на скитальца. Мечты бьются, как блюдца, время льется сквозь пальцы. Я ушел, чтоб вернуться, пришел, чтобы остаться. Я знаю, как трудно упав подниматься. Я прошел долгий путь, похож на скитальца. Мечты бьются, как блюдца, время льется сквозь пальцы. Я ушел, чтоб вернуться, пришел, чтобы остаться. Мне кажется, бит нереализован. С Бэтмена, да, играет Нолановская, да, история? Как вот и в этом, да, вот в интерлюдии там небольшой здесь. Мне кажется, припев довольно однотипный. И fast flow технически слабенько вывезено, да. Очень много шипящих, которые там вот прям... Вот эта вся история, да, то есть оно... Запиночки, да, такие. И флоу звучит неровно, и вайб чуть-чуть сбивается. 30-секундная до припева история, да. И опять же, да, то есть, что касается истории какой-то, да, то есть, тут нет глубины, да, типа, ну, опять, ну, типа, все понятно, да. Ваша карикатура, типа. И опять же, да, вот эта вот история про микс идей, она размывает какую-либо идею. Вот что мы... Вот из куплета мы вынесли, да, вообще из этой истории. Ну вот осталось в голове то, что вот он ушел, чтобы вернуться, пришел, чтобы остаться, да, ну, окей, типа, как, что, почему. Если это репрезентовая история или диссовая история на игру, оно бывает, ну, идет целостно, там, ваш рэп вот такое, надо вот так, вот мы вот это, а я то, а вот это, ваш рэп дерьмо по вот этому, а вот я вот умею вот так, а вот бам-бам-бам-бам. То есть, типа, такие, типа, вещи есть, мы запоминаем, да, типа, ну, вот почему, да. Ну, вот это было неплохо, да, мы в новых кроссовках, сын, но мы не переобулись. Ну, неплохо. Делаем парты для улиц, пока ты уснул, там, на абордаж, как пули. Как кули. То есть, ворох помех не Настя, предатели года несчастья. По пути со мной присоединяйся, когда лень размыл дороги, все смешно, опасно, перестать сомневаться. И да, и типа, вот путь, я в рэпе с пятого класса, там, как перестать сомневаться. Как перестать сомневаться, да, типа... Это, опять же, да, это из другой оперы. Чувак, который рассказывает, что ваш рэп дерьмо, я сотру как ластик, это чувак, который не сомневается, хотя бы в рамках своей подачи, своей истории, да. Как будто бы здесь действительно соединены разные истории, вот как он сам и сказал, и получилось немного мешанина мыслей, причем разных, потому что, с одной стороны, есть чувак, который сомневается, да, есть чувак, который рассказывает, мы сделаем так. Поэтому альбом называется «Смешанные чувства», да, поэтому в этом типа история, что вот прям оно вот перетекает, и вот поэтому оно вот так выглядит.
Блин, ну в рамках концепта альбома, пожалуй, да, но в рамках прослушивания песни как будто что-то... Блин. Про кроссовки, ну да. Нет, этот трек мимо, мне кажется, не реализован бит. Бит не реализован, и вот эта мешанина мыслей не дает погрузиться, прям типа кайфануть, да, глубоко. Идем дальше. Купидон с пистолетом. Следующая песня об отношениях, а точнее о выходе из отношений. О том, что любовь иногда требует отказаться от человека. И о том, насколько это непросто. Окей. Ну да, типа, любишь — отпусти, да? А любишь себя, если не держись и мучи человека. Это убийство, у Купидона пистолет. Ты словно пуля застреваешь в голове. Очень крутой бас. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Это убийство, у Купидона пистолет. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Это убийство. Я устал изображать, что все нормально. В клетке оказался, будто бы Навальный. И штормит не слабо прямо в твоей спальне. 10 баллов по шкале, 10-бальной. Мы с тобой в паре, словно драка в баре. Мы с тобой в паре, негр и солярий. Но мы встретились и сразу же погнали. Рвать запретный плод четырьмя руками. Жаль, что бесконечный день сурка. Мы с тобой попали. Как бы выбраться наверх, думая в подвале. Мы с тобой одичали, все не как в начале. Друг на друга накричали, разошлись в печали. Помнишь, в городе причали, звезды нас венчали. Но наш корабль затонул под алчными речами. И чтобы больше не страдать, как ром-англичанин, мы по-английски, не прощаясь, навсегда отчалим. У Купидона пистолет. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ну вот тут образами хорошо упаковано, да? Расставание. Вот это и у Купидона пистолет. Хорошая песня. И бип интересно реализован. Ты словно пуля застреваешь в голове. Это убийство. Я лишь жертва в этот день, послушай, киса. Я превращаюсь в свою тень, остановиста. И этот выстрел мой удел, если б не ты, то я б точно жить не захотел, вагон попыток. Но я нашел то, что искал, меня убило. То, что в себе я убивал без аппетита. К тупым беспомощным делам дай мне машину. Времени я вряд ли поменял кучу ошибок, что в целом сделали меня таким счастливым. За все, что прошел, я говорю спасибо. Теперь я понял, моя жизнь имеет смысл. Теперь я должен сделать все, что в моих силах. И я бы вряд ли поменял кучу ошибок. Душный куплет. В целом сделаю первый куплет меня лучше гораздо. Счастливым. За все, что прожил, небу говорю спасибо. Теперь я понял, любовь — это убийство. У Купидона пистолет. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь. Любовь — это убийство. У Купидона пистолет. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Ты словно пуля застреваешь в голове. Это убийство. Душновато, чуть-чуть душновато. Чуть-чуть душновато. Сейчас дослушаем, скажу свое мнение. Слишком понятные образы. Да. Слишком понятные образы на самом деле здесь. Но типа в первом куплете кайфово он сделал. Первый куплет мне понравился. Вот оставляем первый куплет, да? Словно пуля застреваешь в голове, ты словно пуля застреваешь, словно пуля застреваешь в голове. Вот это чуть история задушнила, да, как бы типа, ну прям полностью вот это повторение, да, вот долбежка типа вот этой истории, чуть-чуть душненько. Опять, да, то есть тут по структуре, мне кажется, структура неудачная. Два вот одинаковых типа повторения, да, три припева. Вот здесь куплетик был красивый. Первый куплетик был красивый, ну, более-менее, там, погнали рвать запретный плод четырьмя руками, да, там, вот, и вот эти все истории по десятибальные, там, солярии разные, да, венгерские. Помнишь, в городе причали, звезды нас венчали, там, ну, по поводу
печали, вечали, речами, отчалим, да, начали. Как бы это ладно. Но с точки зрения в городе причали, звезды нас венчали. Типа город печаль, ой, бля, печаль, причал, что там это, типа, о каком именно городе, там, я не знаю, там, причалов, типа, так или иначе, много, да, не знаю, о чем речь. Наш корабль затонул подалочными речами, чтобы больше не страдать, там, как Роман ушел по-английски, и начинали не прощались, да. Вот, образы норм, рифмы слабенькие. Очень задушнил однотипной рифмикой. Ритмика. Это убийство. Я жертва в этот день, послушай киса. Я превращаю свою тень осталависта. Я этот выстрел мог делать, если б не ты, то я б точно жить не захотел в вагонах пыток. Но я нашел, заискал, он меня убил, то что я себе убивал из аппетита. К тупым беспомощным телам давней машину. Времени я вряд ли поменял кучу ошибок, что в целом... И блять, и дальше потом, да. За все, что прожил небо, говорю спасибо. Теперь я понял, моя жизнь имеет смысл. Теперь я должен сделать все, что в моих силах. И чтобы здесь не поменял кучу ошибок, что в целом сделали меня таким счастливым. Блять, это пиздец, типа. Вот это нахуй можно было убрать полностью, да, все. Вот, и после, вместо этого, да, короче, вот припевчик, здесь запускаем бридж, причем припев желательно, ну, либо разбавить, да, вторую четверку поменять, либо одну четверку вот в целом сделать, потом какой-то интересный бриджик, да, интересный бридж с каким-то там дропчиком, еще чего-то прям, вот вместо этого всего просто красивый бридж. И потом припев, причем припев как аутро, да, там на разнообразии тоже какое-то, то есть тут структура сильно подкачала. Структура сильно подкачала, второй куплет, поэтому песня оказалась затянутой, бит охуенный вообще, охуенный бит, очень понравился мне бит, и когда попер, да, он... Вот припев здесь один раз, я думаю, блин, круто, потом смотрю, типа, бля, второй куплет еще такой длинный. Да, устал изображать, что все нормально. В клетке оказался будто бы, словно, сразу, да. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Но перетянул конкретно вообще. Перетянул конкретно. Следующий трек, упоролся. В плейлист трек это не летит. Трек про нынешние суровые реалии, в которых каждому так или иначе приходится задуматься о жизни и что-то решить для себя. Или скорее о том, как порой не хочется этого делать. Погнали. Ну, прошлый бит шикарный вообще, в прошлом треке бит обалденный. Интрушечка есть, ништяк, да, ништяк. Ну, дропы посмотрим, что тут с дропами, да. Вопросов много, как миллиметров от земли до солнца. А я забил на это все и просто упоролся. А мимо жизнь несется. А я забил на это все и просто упоролся. Я просто упоролся. Да я забил на это все и просто упоролся. А мимо жизнь несется. А я забил на это все и просто упоролся. Я уже точно не скажу, мой город весь наоборот. Я лишь его фоновый шум, дымом с балконов улетает. То, чем я дышу, мой город вдоль и поперек. Я обойду за пять минут, мой город наперекосяк. Пусть земляки меня простят, беру косяк. И сделав тягу, залипаю в новостях. А там лишь танцы на костях. Снова Иисус распятый над землей. Опять растянут злой кроваво-красный стяг. Четвертый рейх и катаклизмы, катастрофы. Эту песню не слышали мы случайно? Скажи, весь этот ад мне поместился на ладони. Если тут что-то такой, как знакомо. Мы, если мы все в этом потонем, что все твари хоть по паре, но спаслись любой ценой. Вопросов много, как миллиметров от земли до солнца. А я забил на это все и просто упоролся. Хотя вот это я не помню. А мимо жизнь несется. А я забил на это все и просто упоролся. Я просто упоролся. Да я забил на это все и просто упоролся. Знакомый куплет. А мимо жизнь несется. Я забил на это все и просто упоролся. Курил, я снова переболел, я снова перезабил, я снова переподсел, я снова перекурил, я снова переболел, я снова перезабил, я снова улетаю в этот сраный космос. Я словно не хочу уже летать до звезд, но
Я снова не считаю эти дни, я просто здесь снова умираю, ты спасешь, но поздно. Сердце замирает, кончился мой воздух. Но это не значит, что спасет лишь доза. Мое время тает, оно на исходе. Курим этот градусник, больной эмодзи. Красиво. Красиво. Плюс стенка. Пара скобок, в какую сторону повернуты они в итоге. Знаем только мы с тобой. Знаем только мы с тобой. Вопросов много, как миллиметров от земли до солнца. А я забил на это все и просто упоролся. А мимо жизнь несется. А я забил на это все и просто упоролся. Я просто упоролся. Да я забил на это все и просто упоролся. А мимо жизнь несется. А я забил на это все и просто упоролся. Бля, как же затянуты треки, дико, а? Очень затянуто, просто охуеть. Но еще раз скажу, да, то есть мы часто слушаем треки, да, не часто, нет, иногда, которые длятся 5 или 6 минут, и они не затянуты. Например, в плейлисте «Альтернатива», да, у нас вот есть тречок, я вам сейчас скажу, сколько он времени идет, и он не затянут совершенно. Вот у нас в плейлисте «Альтернатива», да, вот в этом есть трек, называется «Полковник никому не пишет». Short Parish. Да? 5.30 он идет. 5.30. Послушайте его. И он не затянут. Потому что там есть развивающая динамика. Там есть разнообразие. Там есть атмосфера и эмоции. Зачем нам рассказывают... Вот это одно и то же, да? По два раза прям стабильно. Зачем нам рассказывают вот нереально душный бридж? Я не понимаю. Потому что новых мыслей и идей он не несет. Развитие в музыке он не несет. Продолжение атмосферы, да, под, вот прям под жесткую однотипность, да. Блять, это сложно, реально. Куплет неплохой. Куплет хороший, да. Куплет хороший. Есть вот эта вот атмосфера такая вот безнадеги. Атмосфера пиздеца и безнадёги, которую на самом деле я не очень поддерживаю. Мы часто говорим о том, что есть вот два вида нытья, да, ну, нытья в плане, когда артист говорит, что типа все хуёво. Можно говорить о том, как все очень-очень-очень плохо, но в контексте таком, что типа мы прорвемся и победим, и один хуй все будет хорошо. А есть нытьё, которое говорит, что все плохо и пиздец, да, то есть вот все плохо и гагай, короче. Типа, и вот выхода нет, в общем. Здесь как будто бы немного вторая часть, да, типа, забил на это все и просто упоролся, забил на это все и просто упоролся, забил на это все и просто упоролся. И просто, блядь, и просто. Я просто упоролся, блядь, я просто, блядь. А мимо жизнь несется, пиздец. Такая чуть МРП история, да, именно по тексту. Ну, как бы, блядь. Да, поэтому... Ну, в общем, как-то так, да. Бит интересный снова. Снова бит интересный. Следующий трек. Убил. Вот он упоролся. А теперь убил, да, видимо? От любви до ненависти один шаг, и иногда приходится убить человека внутри себя, чтобы получилось его отпустить. Песня «Убил». Убил. Интрушечка, да, тут? Трэвисовские, да? Трэвисовские интрушечки, типа. Слышишь, я так тебя любил, но сам убил. Теперь совсем один, я не могу тебя найти. Мне сильно не хватает сил. Я загрустил из самого себя. Слышишь, я так и не простил. Слышишь, я так тебя любил, но сам убил. Теперь совсем один, я не могу тебя найти. Мне сильно не хватает сил. Я загрустил из самого себя. Слышишь, я так и не простил. Вот, да, вот человек говорит, да, вот первый раз слышал о «Заразе», пока такое чувство, что это отель на минималочках. Вот, к сожалению, этот альбом может создать такое впечатление. Вообще это не так. Послушай «Психонавтику», да. Предыдущий альбом, вот по крайней мере пока из того, что я слышу, предыдущий альбом значительно сильнее. И он гораздо сильнее отражает идентику, да, и самобытность «Заразы», его возможности. Но вот
Я как раз и говорил, да, в начале. Типа, что может быть такое, что человек, который делает все и очень много души вкладывает, он может, ну, чуть-чуть как бы перегореть, что ли, потому что это сложно делать. На Западе не зря, и у нас тоже много ребят, не зря они делают прям большой группой, да, хотя он сказал, благодарности выразил, там тоже у него есть явно ребята, которые так или иначе помогают. То есть в этих треках айдентики не так много на самом деле осталось от заразы, вот в чем дело, да. На мой взгляд, пока то, что вот происходит, психонавтика, блядь, значительно сильнее, как альбом. Слышишь, я на тебя подсел, как гребаный торчок, и даже не вдуплил, как... Сейчас назад отмотаю дроп, чтобы сделать. Ну тут у нас как будто бы по биту, короче, должен быть трэпчик, да, разве? Я так тебя любил, но сам убил. Теперь совсем один, я не могу тебя найти. Мне сильно не хватает сил. Я загрустил из самого себя. Слышишь, я так и не простил. Слышишь, я на тебя подсел, как гребаный торчок, и даже не вдуплил, как начался отчет до самого конца. Я верил лишь в любовь, а ты не дождалась. Так получай же пулю в лоб. Я заряжаю в этот блок еще один магаз, чтоб то, что не проснулось. Я стреляю еще раз, и я стреляю еще два. Стреляю еще. Damn, son, where'd you find this? У заразы появился глок. Плохо? Во что ты превратила меня, сука, посмотри. Слышишь, я так тебя да, глоки, лины, дабл капы. Я совсем один, я не могу тебя найти. Мне сильно не хватает сил. Я загрузил. Мандемы. Я самого себя, слышишь, я так и не простил. Слышишь, я так тебя любил, но сам убил. Теперь совсем один, я не могу тебя найти. Мне сильно не хватает сил. Я загрустил из самого себя. Слышишь, я так и не простил. В моем горле огромный ком, в сердце холодный нож. Теперь ты не увидишь, на кого я стал похож. А вся твоя любовь просто наглая ложь. Но правда такова, сейчас ты навсегда уснешь. Теперь ты больше не кричишь, не плачешь и не врешь. Ты больше не страдаешь, боли больше не несешь. Теперь ты больше не смеешься, больше не поешь. Теперь ты никогда ни на мгновение не поймешь, как сильно я тебя любил. Очень слабо. Очень слабо. Просто пиздец. Идея охуенная. Идея четкая, да. Вот это я предлагал сделать в сол-треке, да, где второй куплет был. Я загрустил из самого себя. Слышишь, я так и не простил. Слышишь, я так тебя любил, но сам убил. Теперь совсем один, я не могу тебя найти. Мне сильно не хватает сил. Я загрустил из самого себя. Слышишь, я так и не простил. Слышишь, я так тебя любил. Честно, я не знаю, зачем он использует слово «слышишь», если оно очень сильно выбивается, да, вот оно сильно выбивается, вот эти высокие, они прям шипящие высокие, они пиздец выбиваются очень сильно. Слышишь? Я так и не простил, мне сильно не хватает сил, я загрустил из самого себя. Слышишь? Я так и не простил. Слышишь, я так тебя любил, слышишь? Блять, тут вообще пиздец. Короче, да, я понимаю, что это такое, я понимаю, о чем это попытка. Это попытка в трэпчик, да, в кочевый, но это вообще полный пиздец. То есть, здесь что получается? Получается, зараза на таких треках теряет свою айдентику, да, именно свою сложную айдентику. И говорит, типа, блять, хотите простого дерьма? Будет. Вот оно. А нихуя. Потому что простое дерьмо тоже надо уметь делать, и у него должна быть своя харизма. И типа сделать как будто бы простой трючок Трэвиса, да, или даже простой трючок наших пацанов, которые делают там простой текст, это совсем другая харизма и другое ощущение. Вот ты душнишь простой фразой, очень простыми фразами, прям вот, блядь, жестким примитивизмом, я бы даже сказал, да, на протяжении трех минут. Трех минут, бля. Вот. Есть интересный момент, вот здесь по звуку, да, вот это было прикольно. Типа вот после второго куплета, да, хорошо пошел на бриджик, вот эта история.
нормально. Тут я не знаю, типа, вряд ли надо было делать трэповую историю. Надо было, наверное, делать какой-то поп-рок, да. Вот как будто бы на эту капу поп-рок лучше бы что ли сел. Хуй его знает. Получаю же пуль в лоб, я заряжаю в этот глок. И выхожу, блядь, на мандема из блок. И опы. Наливают мне мой лин на бок. И моя тот сидит и смотрит прямо в рот. И линчик заливает кот, блядь, да. Мой кот, да. В даблкапе, естественно, блядь. Это ж, блядь, само собой разумеющееся, да. Нету легкости вот этой. Даже в таком тексте, да, где все жестко, вот с точки зрения отношений, да, типа я сам себя убил, там, я тебя убил, там, пиздец, я сам все проебал, типа, там, я совсем один. Нет вот этой боли легкости. Есть душнина, блядь, однотипно, очень ровно исполненная. Под охуенный бит, который вообще не реализован. Вообще не реализован бит. Тут идея более-менее неплохая была, но потом задушнил, да, вот это, блядь. Очень ровно исполнено. Короче, не твоя эта харизма вообще совершенно, да. Не твоя эта харизма, не твоя. И даже то, что ты понимаешь, как оно должно звучать, да, блядь, и типа вот бит ты можешь такой сделать, это не твоя харизма. Ты такой более размеренный, глубокий человек, да, сложный человек, блядь, с внутренним миром. Я понимаю, что музыка такая, наверное, как психонавтика, типа она сложная, типа может быть какие-то сложности с точки зрения маркетинга или еще чего-то, блядь. Но это, блядь... Нет, это вообще не оно. Где тот сложный, бля, богатый, зараза, да, вот, которого мы слышали? Где все это? Рассказ, что, типа, вот я вырос, я вот эволюционировал, типа, и вот дошел до этого. Нет ощущения этого. Потому что мог ли ты действительно эволюционировать и дойти до такого? Да, но оно бы слышалось внутренним голосом. В тебе по-прежнему есть протест, в тебе есть такое... Вот, по крайней мере, из текстов, да, слышится, что вот разочарование определенное, давящее какое-то разочарование, возможно, одиночество, еще чего-то. Поэтому все это упаковывается вообще в другие истории, блядь, и звучит оно давяще, мощно, сложно, да, и, блин. А вот пытаться вот этого, да, вот, типа, какого-то Трэвиса, да, сделать тут чуть-чуть, да? С глоками. Нет, это не твоя история совершенно, если честно, да. Второй куплет, да, и вот ты душишь и душишь, пиздец. Хроны лютые, вообще лютые. И бит уже успевает заебать за это время. Следующий трек, тусовки. Вот, да, вот. Тусовки, там, в клубе, там, что-то. Королева клуба, тусовки. Как будто бы это не по твоей, блядь, не по твоей харизме, не по твоей энергетике, да, вот эта вся история, короче. Тебе такая глубокая философская грусть, блядь, красивая реально, очень сильная, она как игла, блядь, ты пытаешься превратить себя в подушку, да, чтобы вот бить по площади, по большой площади подушкой, блядь, а ты игла, короче, которая, блядь, тыкает вот в такую точку, ну пиздец, да, и этого нет в этом альбоме. Есть попытка подушки, а подушка, блядь, на хорошие биты, с хорошим свидосом, местами норм, да, вот типа как вот с Исаевой, да, сделан, или вот там еще какие-то вещи. Норм. Ну вот, в целом, размазана идентика, короче, да, и как будто бы теперь вообще непонятно, нахуя это слушать, да. Если раньше было понятно, да, то есть мы слушаем заразу для того, чтобы услышать текст, услышать музыку сложную, непонятную, услышать вот это пятое, десятое. А теперь мы слушаем заразу, чтобы послушать какого-то артиста, который со сцены поет там про любовь и автотюнит. Хуй знает, честно, есть дохуя артистов, которые делают то же самое лучше. Есть ли те артисты, которые делают лучше, чем то, что делал зараза на психонавтике? Нету. Есть артисты, которые делают лучше вот такие треки? Все, блядь. Все медийные большие артисты даже России делают вот это лучше, чем ты. Но никто из них не может сделать то, что мы слышали на психонавтике. Вот мое мнение такое.
Следующий трек — «Тусовки». Когда вечеринки превращаются в рутину, начинаешь чувствовать себя одиноко даже в толпе, особенно если рядом нет нужного человека. Смешанные чувства. А в чем они смешаны пока? Вот в чем смешанность их? Вот там в моменте, да, в куплете, в треке, где он и репрезент смешал, и переживание, и неуверенность, окей, смешанные чувства. А что тут смешанного? Вот он типа убил там, блядь, у папа была собака, я ее любил, да, он ее любил, она съела там глок его, блядь, он застрелился, да, сама застрелила себя из глока, блядь. Что? Что? Что тут смешанного? Вот до этого была песня, все хуево, да, вот. Я упоролся. В чем смешанность чувств? Я один остался, я тебя убил, блядь. В чем, блядь, смешанность чувств? В чем? Тусовки, в чем смешанность? Все прямо, прямолинейно, в лоб. Без какой-то сложной истории. Хуй его знает. Ну давай потусуемся. Вечеринка превращается в рутину. Начинаешь чувствовать себя одиноко даже в толпе, да? Особенно, если рядом нет нужного человека. Ну да, это так. Лом, нажимаю кнопки, новые кроссовки, девушки, красотки, но без тебя не очень. Все эти тусовки, весь вечер без остановки. PlayStation, нажимаю кнопки, новые кроссовки, девушки, красотки, но без тебя не учат все эти тусовки. На каждой тусе я сижу и залипаю в айфон. Я потерял мой свой рассудок и не знаю, где он. Будто роскошный ресторан и галимый притон. Да пусть хоть гребаный дом, я думаю не о том. Я думаю о тебе, это ужасный симптом. И я пишу этот текст, вновь ищу тебя в нем. А за окном варит снег все время ночью и днем. И чтобы просто согреться, я играю с огнем. Я выдыхаю этот смог прямо под потолок. Но даже в сопли накурившись, я забыться не смог. Опять отцепь своего, отрываю кусок. Просто кладу всю свою боль в аккурат между строк. Но снова просто ничего, снова не помогло. И снова просто пустота, значит не отлегло. Даже если ты далеко, слышишь, я знаю одно. Весна когда-нибудь настанет, и нам станет тепло, ты знаешь. Весь вечер без остановки. Полный пиздец. Будто PlayStation, нажимаю кнопки. Новые кроссовки. Еще хуже, чем предыдущий. Но без тебя не очень. Все эти тусовки. Весь вечер без остановки. Будто PlayStation, нажимаю кнопки. Новые кроссовки, девушки. Вот тут бы Слава Мерлоу неплохо сделал. Ну, даже Слава Мерлоу, да, с таким текстом, наверное, был бы пиздец, да, вот эта вот мелодия норм. Вот, дико однотипная хуйня, да, вообще пиздец. В таком треке не может быть такого длинного, стандартного. Вот видите, да, он, короче, чувак старой школы, который пишет даже 16-строчный куплет. Стандартный 16-строчный куплет. Хотя здесь надо, бля, 8. 12 – это пиздец, как дохуя уже будет, и скучно. Особенно в рамках такой однотипной ритмики. Потом бриджик надо пускать. Да, бриджик, дроп какой-то, еще контрасты надо пускать. А у нас, блядь, 16 строчек вообще какой-то хуевого текста и однотипной душнины. Под легенький битос, который вообще просит другого. Кнопки, тусовки, кроссовки. Не твое это, бро, я тебе не верю, вообще не верю. Вот не верю я твоему посылу. Это все пиздеж, вот честно. Вот честно, блядь. При всем уважении, это не твоя история. Я не знаю, по какой причине ты это сделал, этот альбом. И вот такие треки. Точнее, я догадываюсь, да, но как бы артист каждый знает, что нужно делать. Но ты не тот человек, которому интересно, блядь, нажимая кнопки, айфоны, девушки, красотки, тусовки, блядь. И поэтому оно не идет. Оно звучит как пресная хуйня. На хороших битах, безусловно, потому что ты мастер битов, да. Уж в чем, да, а вот в таком веселом трэпе, да, кочевом, просто, типа, музыка для тела. Музыка для тела. Чтобы писать музыку для тела, надо этим телом чувствовать жизнь, пиздец. Оно должно кипеть, гореть и ебать вот все окружающее пространство. Да, вот заниматься с ним сексом имеется в виду. Вот прям вот нестись вперед, бля. И ты можешь такую хуйню пороть в тексте, да, под крутой бит, и это будет качать. И чуваки с очень глубоким, сложным текстом будут, бля,
Как эта хуйня так работает? Типа, сейчас я со своей душной головой напишу простой текст, и он закачает. А вот хуй там. Потому что нету вот этой энергии внутри. Ее нету. Она о другом у тебя. Этот трек еще хуже. Потому что это вообще пародия. Это пародия, блядь, на трэп и попытка. Причем жалкая. Да. И я буду говорить вот то, что думаю по этому поводу, потому что я знаю вот то, что, блядь, было, и то, что я сейчас слышу. Да. Просто послушать трек Love 66 Sex, я не знаю. Вот просто, блядь. Простой трек, как 3 копейки, блядь. Но Ваня, блядь, выкладывает эмоции в это. И ты в ахуе просто от этого всего. Или говорят, чё, послушай. От него же, да. $50,000 в сумке у папы там. Что угодно, блядь. То за что заразу? Почему не разъебывать дешевую фастфуд-музыку без смысла? Потому что дешевая фастфуд-мюзика без смысла, блядь, да, она на самом деле не такая уж и дешевая, как может показаться. Потому что там есть эмоции, еще раз говорю. Есть музыка для души, для тела и для мозга. Зараза, вот по своему темпераменту, да, и по эмоциям, он пишет музыку для души и мозга. Вообще. А здесь он пытается выдать музыку для тела. И поэтому это выглядит плохо. Даже с учетом хорошего сведения, охуенных битов и его умения читать рэп. И его айдентики очень хорошие, которые он, блядь, всеми силами руинит. Айдентики по звучанию, по тембру. Типа он, блядь, достаточно узнаваем, да, по звучанию. Флом, нам всем понятны твои мысли, go skip. Ну, я пытаюсь объяснить тем, кто будет смотреть это, да, ну, то есть, ребята, вот, чел заказал, да, альбом, типа, нихуя себе, и вот я прям реально ждал пиздец, да, типа, ну, как бы. И не то, что, типа, я вот альбом должен быть именно таким, каким я жду его, в плане, там, типа, треков каких-то, еще чего-то. Просто вот есть человек, да, который вот он вот такой, блядь. Вот он глубокий, душнило, который вот любит, блядь, музыку сложную, и вот он пиздец круто ее делает. И вот я ждал этого. Вместо этого я получал вот такой трэп про какие-то, блядь, остановки, кнопки, красотки, тусовки, блядь, нажимая кнопки, будто в PlayStation. Чё за хуйня? Нет этой энергии в заразе, ее нет. И не надо, блядь, ее пропихивать нам. Не получится это, блядь, не получится. Я, допустим, не съем это. Я люблю музыку для тела очень сильно. Я могу просто разъебываться с улыбкой под хуйню, блядь, и ни о чем не думать. Это круто, это кайф. Эта музыка не оно. Погрузиться в что-то сложное, да, блядь, да с удовольствием. Луперкаля там того же послушать, Нойза послушать. Есть вещи. Альбом Чемодана, блядь. Охуенная история. Новый альбом Чемодан. Это то же самое, что Луи попытался бы сделать историю про клубы, блядь, типа там. Будто PlayStation, нажимаю кнопки, новые кроссовки, девушки-красотки, но без тебя не очень, все эти тусовки. Представляете, бля, Луи бы своим, бля, гнусавым голосом, блядь, хуярил бы под трэпчик вот такую хуетень. Грязный Луи, бля, из Чемодана. Представляете? Вот это примерно то же самое, короче. Это примерно то же самое, бля. PlayStation, нажимаю кнопки. Дальше. Следующий трек о том, как любовь превращается в войну. По мере развития отношений двух сердец развивается и потенциальная возможность эти отношения закончить. Песня называется «Сердце под прицелом». Фьючеринг Янка. Небоскреба под нами район. Я слышу, как звучит твой выстрел. Свинец поет апрельским соловьем о горе моем. И пусть время подождет.
Пусть время смоет нашу скорбь проливным дождем. И вновь в моей ладони порох толкает патрон. Он умер, сделав то, для чего он был рожден. Ты стреляешь в меня своими глазами, и я влюбляюсь, влюбляюсь. Это мое наказание. А ты стреляешь, стреляешь в меня своими глазами, и я влюбляюсь, влюбляюсь. Это мое наказание. А ты стреляешь, стреляешь в меня своими глазами, и я влюбляюсь, влюбляюсь. Это мое наказание. А ты стреляешь, стреляешь в меня своими глазами, и я влюбляюсь, влюбляюсь в тебя. Я поднимаю белый флаг, ты снова смотришь на меня, как будто я твой враг. И все мечты терпели крах, остались сожаления и первобытный вот страх. Вот это по энергии песня, вот вроде уже его, уже не да. разобрать в этой горе обломков, что упали на асфальт. Кто прав, кто виноват, я думал, мы с тобой летим, но мы летели в ад. Значит, прав. Вижу твое сердце под прицелом. Ему не суждено остаться целым. Там же ват, 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 да, поет? Что делать? Там не баба, а ват, наверное. Вижу твое сердце под прицелом. Может, Влад там, может, Влад поет, типа, сода, бля, спаси. И дай мне тоже треков для флекса, для тела. Пальчик, если можно. Вау, может быть, там, блядь, не знаю. Может, Глак он поет? Глак, Глак. Глак, блак, плак, плак. Ну, по крайней мере, в куплете есть энергетика, да, зараза, да, она трушная. Наверное, ват он поет, ват. Наверное, он поет ват. Мы летели в ад, да? Ват, 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 ват. Ватт, ну ваты, знаете, да, 100 ватт, типа там 200 ватт лампочка, там ваты, про это он поет. Или про вату, да, да. Да. Только вата это множественное число, а ватт это вот один он, ватт. Ватт, да, ватт. Ватт, ватт, ватт. Ты ватт. Один ватт, да, вата в единственном числе. Может быть, об этом речь, хуй знает. Сахарный ват, да, одна штука. Ой, сорян, что я, блядь, ебу мозги, да, но пытаюсь как-то разнообразить свое восприятие происходящего. Есть ощущение натужности, вот пиздец какое сильное. Баба, это пиздец мешает. И вот эти стройки здесь, они очень забивают сильно основную капу. Не разведено вообще. Вот оно, блядь, набросано. Вот это зараза норм звучит. Вот айдентика есть его в этом. О горе моем, и пусть время подождет. Пусть время смоет нашу скорбь проливным дождем. И вновь в моей ладони порох толкает патрон. Он умер, сделав то, для чего он был рожден. Ты стреляешь в меня своими глазами, и я влюбляюсь, влюбляюсь, это мое. Вообще пиздец, мешанина. Во-первых, ба-ба-ба-ба, блять, опять это пошло, да, еще и в мои, то есть. И все это вот-вот здесь, прям, да, вот так вот. Очень жестко. Казани, а ты стреляешь, стреляешь в меня своими глазами. А еще я зашел на блок, чтобы он тузами. И меримся тузами. Знаю подруги тузами. Они меряются тузами. У кого глазами? И глазами в слезами. Они меряются глазами. И тузами, тузами. Мы играем тузами. И глазами, тузами. То есть, блять, еще одну капу, да, запустить наверх, короче, чтобы вообще уже нихуя не было понятно.
Ба, меряются тузами. Да, тузами, бро, тузами, силиконовыми тузами. Тут же про клуб песни, да, про, бля, про тусовки. Это же веселье, ёптаю. Поэтому, блядь, тёлочки, блядь, на дрипе, на свеге, на флексе меряются тузами. Меряются глазами и стреляют глазами и тузами. Тоже стреляют, типа. Вот про эту песню тоже ещё должна быть, могла бы быть. От заразы, блядь. Ну да. Я поднимаю белый флаг, ты снова смотришь на меня, как будто... И делаешь мой плёк. Будто я твой враг. Короче, на самом деле, да, вот, пожалуй, из последних многих песен здесь в куплете, если вот эту, вот этот весь пиздец убрать, ба-ба-ба, вот это бесконечное, вот эту вот всю историю, то в целом в куплете, как бы, да... Хорошо идет зараза, зараза идет по-своему, он дает свою харизму и погружает довольно глубоко, и текст не такой плохой. Но в попытках сделать это звучание каким-то, хуй знает, коммерческим или еще чего-то, это просто, блядь, опять мешанина хуйни, короче. Прошу прощения за, блядь, за свое субъективное мнение. Янка сделала хорошо, да, бит прочувствован, спасибо. Дальше. «Умножай на два» — это песня о чувстве опьянения от любви, о некоем высшем вознаграждении в виде этого чувства. Контраст, да? Как найти слова, не сойти с ума, мы с тобой одни. Умножай на два, пусть горят огни, мы их пьем до дна, мы с тобой одни. Умножай на два. Я расстроился, да. Да я, бля, я расстроился, правда, да, действительно. Вот честно, бля, как будто бы... Я записал свой альбом, да, и типа и послушал его, и вот это получилось, да. Я расстроился. Пиздец. Вот честно, бля, я расстроился. И постоянно, вот некоторые ребята еще писали, типа, бля, что там? Я говорю, бля, сорян, чуваки, типа, так и так, вот, мол, блядь, голосование, да нихуя не успеваем, материал скипаем, много материала скипаем, типа, сеть альбом слушать вообще не, типа, по синглам-то ничего не проходит. Вот, а сам думаю, бля, типа, ну зараза, заебись, типа, сделает, короче, еще в прошлом, да, типа там прям вот, ну, настолько вот. Снова я тону в твоих глазах, снова я горю в твоих огнях. Мы идем до дна, мы с тобой одни. Умножай на два. Снова я тону в твоих глазах, снова я горю в твоих огнях. Снова я забыл, что такое страх, снова потерял сам себя в днях. Снова забухал это коньяк, снова протрезвел это кошмар. Снова вспомнил о тебе, мне стало чуть легче. Спасибо, что ты меня нашла. Остальное все не важно, ты слышишь мое сердце, запись пошла. Оно поет немного страшно о том, как безутешно страдает моя душа. Снова опьянело твоих глаз, снова в моем сердце пожар. Ведь я вспомнил о тебе и вдруг сразу согрелся. Спасибо, что ты меня зажгла. Ничего не хватает в конце. Ауф! Как найти слова, не сойти с ума, мы с тобой одни. Умножай на два, пусть горят огни, мы их пьем до дна, мы с тобой одни. Умножай на два. Знаешь, я тону, был на самом дне, в океане из ошибок и проблем. Я уже сказал пока всем насовсем, и лишь твой силуэт звал меня на свет. Я чуть не задохнулся без ответов, закрутила в предсмертный пируэт. Но все кончилось, боли больше нет, в этой опере мы с тобой дуэт. Ну, типа, вот получилось, да, судя по тому, что в плане, типа, концепта, да, уже, ладно, уже по звучанию. Короче, что касается, типа, ну вот было все плохо, да, вот убил, типа, потом, типа, Купидон с пистолетом,
Потом он упоролся, типа, пиздец, все, всему пиздец наступает, короче. Вот, а теперь вот умножай на 2, да, типа там. Я тонул, был на самом дне в океане из ошибок и проблем. Я уже сказал пока, всем и на совсем, или что силуэт звал меня на свет. Ауф, я чуть не задохнулся без ответов. Закрутила в предсмертный пируэт. Но все кончилось, боли больше нет. Ведь на мандами я нашел брикет. Да. Бля, пиздец. Как найти слова, не сойти с ума, мы с тобой одни. Уезжай на дно, пусть горят огни. Мы пьем до дна, мы с тобой одни. Уезжай на дно. Так, я вам хочу просто вот это поставить, да, чтобы вы просто понимали, типа, разницу, да, вот просто, блядь, чтобы вы понимали, о чем вообще речь идет, вообще, о каком артисте вообще мы говорим, да, короче. А то, может, вы просто не поймете, да, типа, о чем вообще базар, короче. Вот это прошлый год альбом, да. Трек называется «Пиксели». Ты сидишь дома грустная, как кочерыжка капустная. Нам бы добраться до пульса, в котором сердца наши бьются. Но мы будем лежать в разных папках, на конфиге с паспортом юзера. Две ячейки в системе отсутствуют, сигнал не доходит до Хьюстона. Братья пропущены, так пусто. Страдания наши искусство. Отключаясь на это лишь перезагрузка. Чтобы плясать до хруста в костях, а вдруг не небеса нас простят, ведь мы с тобой как гигабайты в сетях летим на сверхзвуковых скоростях, как дым. Мы пиксели курим затяг, нарушаем радиомолчание, помехи скрип. Вот, допустим, колпак, да? Трючок. Если без флекса, да? Вот, послушайте, трючок. Сольный, да? Кислотный дом с отелом, ладно, не выслушайте. Вот, колпак, да, трек, короче? Да. Атмосфера. Сверху космоса колпак раздувает облака. Снизу треснувший асфальт, поросла уже трава. Где-то между этим всем висит моя голова. И тихо сходит с ума, от скуки сходит с ума. Сверху космоса колпак раздувает облака. Снизу треснувший асфальт, поросла уже трава. Где-то между этим всем висит моя голова. И тихо сходит с ума, от скуки сходит с ума. Под звуки галлюцинаций взломанный корабль. Из них я себе вот достал бетонные города. И выполни сектор приз на гребаный барабан. Сумасшедший филателист мелодию подобрал. В республике цирковых, в стране разбитых зеркал. Ты либо ходишь на руках, либо ходишь по рукам. А я кровью вдоль стены три буквы нарисовал. Чтоб декодинг мира живых на части нас разобрал. Сверху космоса колпак раздувает облака. Или кислотный дом, да, вот. Кислотный дом, хаос, да? На острове незримом в тени свет болотный топит. Дом на костях воздвигнут, что народ зовет кислот. Внутрь никто не ходит, ходят только легенды о том, как нечисть собираются здесь на уикенды. На острове незримом в тени свет болотный топит. Дом на костях воздвигнут, что народ зовет кислот. Внутрь никто не ходит, ходят только легенды о том, как нечисть собираются здесь на уикенды. Тут паутины, уголки обвили пауки. Атмосферу чувствуете, да, какая? Давно покрытым мхом все стены и потолки. С них что-то склизкое мне капает прям на мозги. И мои мысли будто прорастают, как ростки. Весь мой кислотный дом вверх дном, и стены ходуном. Все кромешные. Вот мой дом, и он покрыт. Тут с отелом, да, фиток. Косившийся словно от хохота, ночью в нем автотюновым щебетом воют роботы. А я тут бороду обшит, не коллайдер, лишь бы надо. Острове незримом, в тени здесь болотный топик. Дом на косе. Видите, да, короче, вот он мрачный.
он мрачный, и это его вайб. Вот, блять, вот именно вот такой кислотный дом, который описан в этом треке, вот он и представляет собой, блядь, внутренний мир отчасти, да, вот этого артиста, по крайней мере, из тех треков, которые мы можем видеть. И когда этот человек с такой, с таким вот, вот с такой энергией внутри начинает петь про, блядь, мандам, глоки и клубы, да, это хуйня ебаная, потому что нету этой энергии. Клубы, глоки и мандамы – это заебись. Это другая история, когда ее делает чувак, который вот могёт, да, это делать, это кайф, мы качаемся под это. Но мы будем качаться как под вот этим. Что народ зовёт кислот, внутрь никто не ходит. Или про колпак, бля. Ходишь по рукам, а я кровью костяны. Три буквы нарисовал, чтоб декодинг мира живых на части нас разобрал. Вот декодинг мира живых на части нас, блядь. Атмосферу чувствуете? И он такой, блядь, типа, это сложная музыка, типа, в пизду, блядь, сделаю-ка я трэпчик и типа такое, что-то понятное. А оно не то вообще, нахуй. Зараза, зараза, это были треки, решил стать Моргензару, да, вот видимо, да, видимо он такой смотрит, типа, блядь, типа, чуваки делают такую простую хуйню, типа, и вот такой хайп, ну вот, блядь, надо иметь внутри этот стержень этой хуйни, да, этого баловства, этой, такого вот, озорства какого-то, да, вот, легкости жизни, легкость должна быть, когда ты правда летишь по жизни на похуй, да, вот, летишь, короче, в этом отдыхающем флексе, да, вот ты такой весь легкий, переливающийся, простой, тебе все понятно, ты вот просто вот радуешься жизни и вот даришь, блядь, плещешь этой радостью, счастьем и легкостью. Да, у таких чуваков музыка простая, ее слушают миллионы. Но если оно внутри так, только в этом случае это работает. Следующий трек, с понедельника до воскресенья. Песня «С понедельника до воскресенья». О чувстве, когда любовь становится наркотиком. О том, когда не можешь без человека. О том, как люблю я. С понедельника до воскресенья мы с тобой ловим глюки в истинной системе. Будто бы у нас есть всего неделя. Есть с понедельника до воскресенья. С понедельника до воскресенья мы с тобой ловим глюки в истинной системе. Будто бы у нас есть всего неделя. Да. С понедельника до воскресенья мы делаем песни, мы делаем зелень, мы тусим на сцене, мы курим растения. Я трачу все деньги на развлечения, потом на лечение. Да, признался в любви. Вот мое сердце возьми, там бриллианты кради. Доллары, евро, рубли. И нас не остановить, мы с тобой неуловимы. Ведь мы несем деловидность со скоростью нашей любви. С понедельника до воскресенья мы с тобой ловим глюки в истинной системе. Будто бы у нас есть всего неделя. С понедельника до воскресенья. С понедельника до воскресенья мы с тобой ловим глюки в истинной системе. Будто бы у нас есть всего неделя. С понедельника до воскресенья. Мне нужен этот допинг, хоть я и не спортсмен. Пусть счастье растечется по сети моих вен. Пусть пропасть унесется, это куча проблем. Мне нужен этот допинг, я не знаю зачем. Мне нужен этот допинг, хоть я и не спортсмен. Пусть счастье растечется по сети моих вен. Пусть в пропасть унесется, это куча проблем. Мне нужен этот допинг, я не знаю зачем. С понедельника до воскресенья мы с тобой ловим глюки в истинной системе. Будто бы у нас есть всего неделя. С понедельника до воскресенья. С понедельника до воскресенья мы с тобой ловим глюки в истинной системе. Будто бы у нас есть всего неделя. Ну вот что, вот что, вот Лещинский, вот что. Что? Что не так, я говорю? Что не так? Вот нет уже, блядь, нет уже этого, то, что он дает. Оно не работает, блядь, нихуя. Потому что его тягучий, грустный, блядь, грузный, сложный голос даже
его, блядь, харизма, которую он воспринимает. Давайте потанцуем, мы повеселимся, чтобы хорошо тут распилиться. Это так весело все, и мы танцуем, а поэтому с тобой сейчас кайфуем. Оно, блядь, даже что касается тембра и энергии, да, его подача, оно звучит по-другому, типа. Вообще это. Спасибо тебе, жена моя любимая. Да, шоколад сейчас, шоколад не помешает. Шоколад не виноват, поэтому будет съеден. Что, бро, что? Совсем перегибаешь? Ну, может быть, да, ну, бля. Этим кривлянием я хочу показать, насколько я протестую, бля, как слушатель. Я слушатель вместе с вами. Который знает, что такое вообще объединение Ситхаус, да? Людей оттуда я почти... С творчеством почти всех знаком. Да, блядь, наверное, всех знаком очень хорошо, да? И когда мне выдают вот такую жвачку, да? От большого глубокого профессионала, я протестую, как слушатель. Все. И мое мнение ни на что не претендует, кроме моего субъективного оценочного суждения. Но я, блядь, имею право просраться. Пришел слушатель, заплатил денег, и ему, блядь, важно мое мнение, да? Я не знаю, мне очень жаль, если я разочарую его своим мнением, но мне почему-то кажется, что если это фанат, который вот любит слушать «Заразу», у него были свои ожидания, и он готов, блядь, выложить 70к за альбом, я думаю, что он охуел. Я думаю, что он тоже охуел, услышав вот это все. Ему интересно было, наверное, сравнить свой ахуй с моими мыслями. Дружище, если, бля, вот ты слышишь то, что я говорю, а ты точно слышишь, да? Ты же как бы, ну... Заказал разбор, не просто так. В инсту напиши, если не хочешь там здесь писать или полиция, еще чего-то. Напиши в инсту, вот что ты думаешь по этому поводу. Вот согласен ли ты со мной, да? Вот мне интересно. Или вот нет, или типа ты думаешь, что это вот круто, это вот эксперименты, это вот он молодец там и все такое. Вот, блядь, на риса за творчество напиши в инстаграм. Риса за творчество в инстаграм. Не лично Александр Фломастер, а вот риса за творчество напиши туда. Типа, твои какие вот вообще ощущения были? Ты такой, бля, психонавтика полная хуйня. Вот смешанные чувства, это топовый альбом. Это то, что заразой должен был сделать. Хочу, чтобы вот слушатели заценили, типа, вот, давайте, сейчас будет разъеб, сейчас будет разъеб. Мне кажется, не так. Мне кажется, было так, типа, бля, чуваки, я фанат этого артиста, бля, что за хуйня это? Может, я что-то не понял? Пусть чат словом послушает, бля, на вот, на зацени, бро. И он такой, бля, ну да, это действительно хуйня. Мне кажется, так было. Вот мне кажется, бля, было так, нахуй. Пиздец, блядь. Пиздец. С понедельника до воскресенья. Но нет, да нет этого здесь. Следующий трек, «Ничего кроме тебя». Заключительная песня на альбоме называется «Ничего кроме тебя». И она о чувстве спокойствия, которое приносит настоящая любовь. Ну давай, бро, серьезную историю, пожалуйста. Закрой альбом нормальным треком, очень тебя прошу. Эта строчка, она полностью объясняет все то, что я пытаюсь уже на протяжении часа рассказать. Вот этой строчкой целиком можно
описать то, чем ты занимаешься на альбоме. Вот, блядь, охуенно, что она тут есть. Вот. Все очень плохо, но зараза делает вид, что все хорошо, и поет хуйню про клуб. Вот, об этом. Об этом моя субъективная, ну не претензия, но мой вопрос. Не нужно ничего, да. Ничего кроме да. Тебя. Делаем вид, что хорошо, моя футболка. На тебя так смотрится смешно, нас слишком много. И нужно, чтобы кто-нибудь ушел. И как здесь с этим быть в порядке? Я ответа. Блять, охуенная строчка тоже. Моя футболка на тебе так смотрится смешно. Это ты обращаешься к своим песням, вот этим, которые типа про веселье, да? И твоя футболка действительно смотрится смешно на них. Да, 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 да. Все очень плохо, но мы делаем вид, что хорошо. Поэтому делаем песни, где типа, бля, какой-то флекс ебаный. И твоя футболка смотрится на этих песнях пиздец как смешно. Вот эти две строчки полностью вот. Бля, я даже возьму какой-то из них написать на эту хуйню, да, на картинку. Либо вот эту, бля, возьму строчку я. Целиком, на обложку. Да, либо вот эту как-то подделать я хотел. Но я не хочу ничего, я даже не хочу, бля, вмешиваться, да. Вот я просто возьму эту строчку и целиком, да. Вот, блядь, она будет описанием к этому альбому. Да. И те, кто дойдут до сюда, они поймут, почему это было написано. Назад чуть-чуть отмотаюсь. Моя футболка на тебя так смотрится смешно. Нас слишком много. И нужно, чтобы кто-нибудь ушел. Да. И как здесь с этим быть в порядке? Я ответа не нашел. Районы Волга. И снова прятать взгляд. Либо зараза, чтобы ушел, либо вот тот, кто косит под веселье. Меня опять ударит током. Я встретился с тобой, и я благодарен Богу за то, что вновь почувствовал любовь. Да, 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 да. Кто-то должен уйти, да. Сразу все понимает. Да я уверен, что он все прекрасно понимает лучше меня, блин. Не больше не нужно, не больше не важно ничего, ничего кроме тебя. Подходящий момент. Бля, бро, ты прав, конечно. Но ты, конечно, прав, бля. Но нет. На самом деле, я же высказал свое мнение. Человеку было интересно. Вот я высказал его. Да, вот. Вова, я согласен с тобой. Вдруг он решил убедиться в своем, блядь, мнении о том, что это не то. Учитывая, как тяжело зараза воспринимает критику из интервью, наверное, будет очень неприятно это слушать. Если человек тяжело воспринимает критику, он просто закроется от этого, и все. У него есть очень простой ответ. Мне похуй, ты долбоеб, который не шарит. Ты вообще кто, иди нахуй. Все. Люди, которые не воспринимают критику, они находят для себя сразу несколько щитов и барьеров. И такие типа, а, ты что ли? Кто это, бля? Кто? Кто сказал? Ты сказал? Пошел нахуй, бля. Я сам лучше тебя знаю. И все. И они типа в домике, короче. Все заебись. Можно не слушать факты. Типа нападаешь на личность, купируешь угрозы, бля, и такой типа, ты, бля, в порядке, да. Люди, которые плохо работают с критикой, они так защищаются. И это заебись у них работает. Да, он просто не понял. Он не выкупил. Ты потом поймешь. Через пару лет. Это слишком сложно для тебя. Он слушает тупую музыку. Поэтому реально годный он не смог выкупить. Он просто еблан. Вот, пожалуйста, сразу. Если что, вот они, аргументы, да, блядь. Давайте, сразу можете ебашить. Ты не шаришь, мэн. Да, 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 да.
Психонавтика 1 миллион прослушиваний, этот альбом 500к. О, базару нет. Психонавтика лучше, конечно, естественно. Не бывает плохих альбомов, просто Флом не понимает. Бля, базару нет, бро. Можете, в принципе, ебашить, да. Можете ебашить. Да. На обложке надо написать, как на превью Mellow Byte. Не выкупил. Да? Да, да. Не, я напишу вот это. Это, бля, это самая топовая строчка. Все очень плохо, но мы делаем вид, что хорошо. Бля, вот просто это вот. Моя футболка на тебе смотрится так смешно. Нас слишком много и нужно, чтобы кто-нибудь ушел. Да, либо настоящий зараза, чтобы кто-то ушел, да, вот из этой песни полностью, блядь. Да, вот тут что-то пишут, да? Угу. Либо, короче, чтобы зараза отсюда ушел, да, вот с этого трека, настоящий зараза. Либо вот эта вот вся вот мишура, чтобы отсюда ушла, короче. И вот тогда будет охуенно. Да. Вот так, в общем, да, вот, в общем, как-то так. В общем, как-то так. Флом, как придумывать хорошие текста на готовые ритмические рисунки, если ты тупой? Блять, если ты тупой, ты можешь делать очень абсурдные вещи, которые, знаешь, парни говорят, так хуёво, что даже хорошо. И ты можешь каким-то абсурдным или абсурдным юмором или примитивизмом брать. Когда это у тебя не искусственно, а когда ты это реально делаешь, потому что вот ты вот, блядь, такой. Понимаешь? Ну и при этом можно, типа, вполне себе неплохо делать рэп. Некоторые так делают. Он, блядь, Кизару вообще успеха, блядь, добился. Поэтому хуево знает. Я думаю, вполне нормально можно хуевые строчки делать, да, под хорошую ритмику, типа. Ну и, блядь, твой рэп будет слушать. Поэтому я думаю, с этим все в порядке, блядь. Все нормально, бро, блядь. Некоторые даже, блядь, вон популярными становятся таким образом. Поэтому я думаю, что это не страшно. Ну. Так, ну чё. Погнали. Погнали оценим. Погнали оценим. Да. Ой, блядь. Смешанные чувства, да. Хотя они не смешанные, они однозначные. К сожалению, блядь, они однозначные, да. К сожалению, они однозначные. Так. Атмосфера вайб. 3. Спасибо за биты. Да. Тебя Кизару с чопами найдет. Я извинюсь, хули, я буду извиняться. У нас же так принято. Сначала выебываешься, хуесосишь, а потом извиняешься на видео. Поэтому все нормально, сделаем, как все правильные пацаны с интернета, хули. Ну. Да. Потому что кизарные чопы, блядь, с глоками, с мандома, это пиздец. Нахуй это вообще. Я заранее извиняюсь, если что, да. Но опять же, вот что касается Кизару, да, вот у него органично все это звучит. Органично. В рамках образа, в рамках треков, в рамках его творчества, похожего на 21 Savage. И все это похоже как-то вот так вот. Ну, конечно, бля, Born to Trap, там прикольные были байты, чем вот на последнем альбоме. Но на последнем альбоме, тем не менее, мы добавили 3 трека, да? 3 трека, бля. Рифмы и образы. Так, хорошо. Это некоторые были вещи не текста требовательными. Тем не менее, больше 7, наверное, я не могу поставить. Даже в рамках трэпа, да, даже в рамках какого-то поп-рока, еще чего-то. Нет, структура, ритмика. Очень много затянутых однообразных вещей. Вторые куплеты очень часто длинные. Нет понимания динамики музыки. Но при этом очень хорошо, вот, допустим, трек сделан первый, да, с девочкой. Там очень хорошо по музыке. Короче, все, что касается музыки, все где-то на 9. Все, что касается треков, где-то на 5-6, короче. Вот по итогу 7 я готов поставить. Да. Реализация выбранного стиля. Так, напет-то девочками хорошо. Он в целом протянул нормально, неплохо. Но в рамках стиля это было не попадание. Это вот просто мисклики жесткие по битам.
Поэтому за технику, да, вот где слышишь вот эти все согласные, вот эта вся история, как бы там где-то вот она вот здесь, да, болтается. В остальном по флоу он идет хорошо, флоу у него хорошо поставлен, кроме одного трека, где были ускорения, да, быстрый флоу, да. В целом где-то на девяточку он справился, от девятки до пятерки вот такая история. Поэтому реализация выбранного стиля, не знаю, типа 7-8, блин, не знаю. Рифмы дохуя поставил. Может быть, даже и дохуя, да. Может быть, и дохуя даже. Слишком много ауф, да, слишком много вот банальной просто хуйни, да. 6, наверное, даже, да, наверное, дохуя. Да-да-да, наверное, да. Индивидуальность и харизма. Бля. Не на эти биты, к сожалению. Не на эти биты. Хорошо, в рамках стиля. Вот все-таки харизма, айдентика, вот присутствует по голосу. Наверное, тут надо бал добавить, а здесь убрать. Да. Атмосфера или вайф вот так. Трендовый все актуальный жанр. Что у нас там? Трэпчик, да, поп. Рок есть. Бумбэп переосмысленный немного. 4 балла, я думаю, можно поставить. Да. Наверное, да. Харизмы тут нет его. Да, наверное, вот так, блять. Потому что он на биты на эти, да. На биты на эти он не идет, короче. Слушайте, короче, да. Психонавтику. Хотите услышать заразу, слушайте психонавтику. Да. Атмосфера 3. Ну, трек мы добавили один, но он на пятерочку. Трек один хороший получился. Че? Правда, хороший трек. Ну, наверное, альбом 3 дохуя, да? Вот, путь к самому себе. Скорости тусим мой магазин. Я иду к своей мечте, иду, покуда не остыл весь мой посыл. Заложен бочки, сэмплы и басы. Жизнь больно пиздит каждого, так что вставай, давай не ссы. Мы будто семена, и нам нужно падать, чтоб расти новые времена. Сулят нам новые грехи, хочешь достать до дна. Это хорошая песня. Тогда ползай в своей грязи, хочешь все поменять. Так придется, как я, идти в свой самый долгий путь. Это путь к самому себе, ни разу не свернуть. Одолеть миллионы бед, чувствуй ногами грунт. Мы все будем в этой земле, но... Вот так, короче, вот так. Нет, ну два слишком мало, я думаю, три более-менее норм, да. В общем, вот такая история. К сожалению, для себя я обнаруживаю, что это пиздец. Такой вот, да. В июль, да, надо будет перенести, наверное, нам эту историю, Дим. В июль перенесем, да, оценочки в июль. Так. Путь к самому себе, да? Да. Оценим лучший трек с альбома. Путники идут и приходят к своей судьбе. Туда, где лучший мир, где не будет любой войны, где все они нужны. Дети больше не голодны, где каждый жив-здоров и вкушает рая плоды. Туда на огонек, по туннелю из темноты. Но посмотри вокруг, на семью, друзей и подруг. Кто в это верит честно? Ёбаный рот. Замкнутый круг, ну а точнее бездна. Маски слетают, глаза не бьют. Время как лечит, так и превращает в холодный труп. Послушай, сын, ты в курево, не тормозишь. Мази, все на мази, тут дурят тысячи лошадиных, все мой магазин. Не мутят дудку скорости, туси мой магазин. Заряжен пулями, чтоб выносил, послушай, сын. Ты вкуривай, не тормози, все на мази. Тут дурят тысячи лошадиных, все мой магазин. Не мутят дудку скорости, туси мой магазин. Заряжен пулями, чтоб выносил, послушай, сын. Если расклад тебя да, любят, вот то аутро, нажми интро, стоп. Это закрытый клуб, не боем не найти ход. Пока глупцы едят отход, лишь бы набить. Я говорю вам, поднимайтесь, те, кто сбит с ног. Я выражаюсь новым шифром, это чит-код. Но чтоб найти тут смысл слов не... Один трек я готов добавить в плейлист. Все свои мысли я высказал. Вот. И бомблю я только лишь потому, что мне не похуй. Только лишь потому, что этот артист очень крутой. И я хочу, чтобы он оставался в рамках своей идентики. Но я понимаю, что абсолютно похуй то, что я хочу, да. Просто я как слушатель делаю свой запрос. Да. У меня есть свой запрос. Поэтому я его обозначил. Пишите в комментариях, с чем вы не согласны, с чем вы согласны. Да, что вам понравилось, что вам не понравилось.
Что вы вообще думаете по этой истории, да? Индивидуальность харизмы слишком много. Он полностью реализовал этот бит в этом треке. Полностью реализовал этот бит. У него очень узнаваемая, блядь, очень узнаваемая, самобытная вот эта нотка в его тембре. Вот эта вот история, да, она очень пиздата. И когда она ложится на правильный бит под хорошее нативное настроение, да, она пиздец охуенно стреляет. Там до десятки ему смело можно ставить десятки. Вот так вот. Да. Вот. Как-то так.